Следующий пункт меню – Direct Selection – прямой выбор. Теперь мы можем редактировать линии, ограничивающие объект. Зацепив левой кнопкой мыши узел, мы можем перетащить его в другое место. Двойной щелчок по узлу убирает его. И наоборот, двойной щелчок по линии создает новый узел. В обе стороны от выделенного узла направлены две касательные линии. Мы можем их редактировать. Щелкнув по узлу при нажатой кнопке Alt, мы можем изменить угол между касательными. Эти простые приемы позволяют с помощью мышки создавать рисунки любой сложности.